Привет, ребята! Я сейчас вам расскажу, где спят мои малыши. Вот они, мои малыши. И мы сейчас будем их улаживать спать. Это твоя кровать, да? Да. Ты здесь с ними спишь? Да. Вот наши малыши. Перед тем, как уложить их спать, что ты делаешь? Я? Одеваешь им... Памперсы, да. И у нас здесь у них такой цветочек. Ихний. И такая жабка ихняя. Это ихняя любимая игрушка? Да. Они с ней спят? И тут, это оно как возле них. Вот бутылочки ихние. Ну да, они ж ночью бывают пить просят. Такая. И у тебя есть еще книжки. Ты же им книжки читаешь. Угу. Да? Вот. Ой. Мы раздеваем наших малышей, одеваем штаники. Да, малыши штаники. Он описался. Ой, описался. Ну ничего, мы сейчас ему оденем памперс. Сейчас мы их запеленаем. Будем укладывать их спать. Да. Да. Вот. Раздевай, я пока пеленаю нашу девочку. И я я сейчас не могу надевать штаники. Раздевай. Я помогу тебе запеленать, ты пока раздевай. Так. Наша девочка готова одна. Другая еще не готова. Другая еще не готова. Давай я одену памперс, помогу тебе. Нет, давай. Не надо. А ты улаживай. Вот так уложить. Вот так. То они уже спать хотят. Угу. Спать не хочется. Ты им сказку прочитаешь на ночь, да? Да. Перед сном. Все, все хорошо сделала. Давай я запеленаю, давай. Давай я. Ну давай. Пеленуй. Приподними малыша. Ой, что ж ты его на голову поставила. Вот. Давай. Ложи. Пеленай. Смотри, с одной стороны. С одной. И с другой. Угу. Так. Все запеленала. Это на голову уж не стал только. Укладывай их. Держи, ложи. Вот так. Игрушечку давай же, Стас. Ложи возле них игрушечку. Сейчас я, малыши, вам расскажу сказку. Бабушка испекла колобка, а потом колобок хотел укатить. Потом он ожил, когда она его испекла. И они ему сказали пока, и он... Укатился. И он укатился. Потом
решил войти в какой-то домик. Но он был маленьким слишком. И там поселилась лисичка, жабка, волк, мышка и хотел поселиться большой медведь. Но он, ладно, хотел поселиться, так он и не смог залезть в этот домик. И он поломал домик. И потом медведь прибежал к какой-то девочке. И девочка за это ему дала один пирожок. И потом девушка с бабушкой пришли в курятник. И там вылупился маленький цыпленок. Это сказка про Колобка, да? Да. Такая. И там... Современная сказка. И там был... И там потом... У Владика и сестры... И сестричка был, и Владик. И был... И Владику тут... Он был... Бабушка, он был нехороший. А потом вот та бабушка превратилась в щуку. Вот щука. Щука. И там мальчик один остался. Лежал на печи. Все, сказочки конец. А ты слушал, молодец. Добрых ночей. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставим лайки.